Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает о том, что 23 и 24 сентября Третьяковка в Самаре приглашает жителей на бесплатный фестиваль «Сад культур. Праздник урожая. Экологии и искусства». Место проведения фестиваля – Самарский сад баланса у фабрики кухни. Жители и гостей города ждут ботанические экскурсии по саду баланса, а также лекции по апсайкл-дизайну, культуре городских огородов, экологичном образе жизни и об искусстве на свежем воздухе на камнях под надписью «Зим». Кроме того, в рамках фестиваля проведут мастер-классы по созданию букетов, арт-заготовкам, инсталляции и архитектуре садовых построек, устроят музыкальный концерт и модный показ. Вход свободный. Администрация железнодорожного района Самары в телеграм-канале сообщает о вакансиях на предприятиях. Так, АО «Самаранефтепродукт» открыл вакансии водителя автомобиля, шкипера, оператора заправочных станций. Самарский электромеханический завод примет на работу слесаря механосборочных работ, обрубщика и маляра. Завод аэродромного оборудования ищет инженера-конструктора, инженера-технолога и фрезеровщика. А Самарский завод «Коммунар» – сборщика, слесаря-ремонтника и электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ознакомиться со всеми вакансиями можно на официальном сайте Государственной службы занятости Самарской области, а именно в разделе «Работа России». Администрация Кировского района в телеграм-канале сообщает, что в Самаре продолжается ежегодная спартакиада среди муниципальных служащих. Участие принимают команды из администрации города, городской думы, а также команды внутри городских районов. В четверг в соревнованиях по стритболу приняла участие команда Кировского района. Мероприятие проходило на спортивной площадке площади Куйбышева. Состав команды показал свою сплоченность, спортивную подготовку и волю к победе. По итогу этапа соревнований команда Кировского района вышла в полуфинал. Финал соревнований состоится 22 сентября. Командам предстоит сойтись в борьбе за первые 4 места.